Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес и Юля. Всем привет! И сегодня у нас в нашей рубрике BrickRigs появились новые моды, давайте посмотрим на них. Это у нас, по-моему, даже, я не знаю, называется как Катюши, да, похоже на Катюши. Они какие-то очень мощные, брутальные. Шоколадные. Шоколадные Катюши. Короче, мне даже, я даже не знаю, я боюсь из них стрелять, потому что, представляешь, меня даже перевешивает их ракета, их мощь запредельная. Воу! Что с тобой происходит? Нифига себе, ты прям полетела куда-то там, что-то закрутила. Ну, мультиплеер мы с вами знаем, ребят, BrickRigs, он продолжает у нас здесь развиваться. Все-таки игра находится пока в раннем доступе. И, по-моему, сейчас что-то произошло. Что-то очень страшное, Юля что-то взорвалась. Давай-ка я выстрелю просто вот по этому дому, ребят. Посмотрите на мощь этого транспорта. Он будет просто мега крутой. Так, ну что ж, раз, два, три. Бач! Вау, вообще жесть какая, а? Вот это было, да. Да, и дома нет. И просто дома нету. Еще. С одного выстрела, прям назад сносит, посмотри. Вообще шикарная. Блин, вот это сила, ребята, вот это сила. Ребят, если вам нравятся моды BrickRigs, обязательно ставьте, друзья, лайк. Поддерживайте нас, мы с Юлей очень сильно для вас стараемся. Находим что-нибудь интересное, а также присылайте в комментариях ваши названия модов, да, которые хотели бы увидеть в будущих сериях. Так, ну что же, что-то ты у меня просто вот летаешь, взлетаешь и тоже стреляешь, я даже не знаю, что там происходит. Но я сношу здесь все дома, мы будем сегодня разрушать город абсолютно точно. Пару выстрелов и, по-моему, у нас... Здесь нужно перевес ставить какой-то, знаешь, впереди, чтобы было какой-то груз, чтобы она ее не переворачивала, потому что она такая мощная, что ее... Сносит, посмотри, я сейчас расстрелял почти все ракеты, да, и все-таки мы снесли многоэтажку, небоскреб один, и она у меня перестала быть такой тяжелой. Погоди, она даже облегчается немножко, мне так кажется, а? Так, я не могу на тебя смотреть, потому что у тебя там какое-то бесиво просто. Просто что там с тобой происходит? Да что такое? У меня-то все нормально, у тебя почему-то это... А, у тебя ты видишь то же самое, что как бы я вижу я тебя, да? То есть такая запутанная история. Так, дома у нас разрушаются одним за другим. Ребят, крутейшн, просто, я думаю, наверное, один из самых брутальных модов на сегодняшний день, который мы отыскали. Очень популярный в Steam Workshop данная моделька. Юль, тебе как? Разрушающая модель. Брутальная, да? Как бы ты ее назвала? Шоколадная Катюша. Шоколадная Катюша! Ох ты, ничего себе, ты меня задела! Я улетаю на другой край карты! Вау! Колеса полетели отдельно, посмотри, я вообще куда-то исчез. Да! Вот так вот. Так, нормально. Давай разрушим весь город. Давай это сделаем. Конечно, по поезду, я думаю, бесполезно стрелять. Поезд-то у нас бронированный, ему вообще по барабану. Скорее всего, слушай, вот это здание не сносится. А, это у нас... А, нет, сносится. Сносится все у нас, и заборы, все разбивается. Вдребезги просто, вдребезги. Я начал... Что-то, по-моему, ты немножко подзагорелась слегка. Что-то не такое ощущение, да? Поджарочка. Так, хорошо. О, слушай, а почему мы не снесли вон тот небоскреб, а? Давай-ка попробуем. Что-то он остался как-то. И да, он падает. С такого расстояния нормально. В принципе, моделька довольно легко управляема. А внешне от первого лица у нас вид от первого лица довольно терпим. Ну, все как бы видно, все хорошо по сравнению с другими модами, да, не так-то оно и как бы плохо это все. Наоборот, хорошо, мне кажется, вид от первого лица. Отлично. Да, вид от первого лица вообще замечательный. Слушай, ну, в принципе, у нас еще есть для вас что-то очень-очень интересное и вкусное. И мы посоревнуемся, либо наши шоколадные Катюши, как назвала я их, или мега будет супер танк сегодня.
Итак, дорогие друзья, вот он, Нуклеа Ультратанк. Называется он как-то коротко так. Коротко Нуклеа, да. Коротко Нуклеа, наверное, да, мы будем его для себя называть. Он просто мега крутой, он очень брутально выглядит, ребята, посмотрите на него. Хатажный бутерброд какой-то. Да, да. И какой у нас будет сегодня мод круче? Либо наша шоколадная Катюша, либо Нуклеа. 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 Огонь! Fire! Вот так вот. Смотри. Бам! 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 Вообще жесть какая. Слушай, у него получается еще из дула вылетает, да? И сверху там какие-то ракеты тоже наверху. Ой, у меня два колеса отвалилось. Вот это же скач. Нужно стрелять по этим... По небоскребам срочно, срочно нужно простреливать. Давай попробуем вообще, как он движется у нас, а? Так, очистим немного территорию здесь. Здесь тоже вот так вот. Смотри, с одного выстрела он просто сносит. Просто разрушитель, по-моему, да? Нуклеа тащит. Нуклеа тащит. Нет, ты внизу сидишь или вверху? А, кстати, где я сижу? Я не могу понять. Я сижу где-то я не знаю. В каком слое? В нашем трехслойном пироге. Трехслойный пирог, трехслойный танк. Воу! Город становится все ниже. Город становится, превращается в частный сектор. Мы такие по руинам на танках. Смотри, здесь какой-то двойной выстрел получается, если не тройной, я не знаю, тут что-то очень много пушек на нем, просто мега. Это реально Нуклеа. Снаряды так вот бок отлетают, да? У него реально, смотри, даже колеса отлетают от выстрелов, его мощных едва держат уже, потому что настолько брутальный, что... Очень брутальный, да. Слушай, я хочу поездить на нем. Я сейчас по тебе выстрелю, просто хочу посмотреть, как он разрушает. Да, можешь немножко как бы спрятаться, если у тебя получится. Так, я промазал немного. Вот! Сразу мясо, просто каша, да? Смотри, каша, просто каша. Зато вывод, я сижу не в верхнем слое, точно. Ты где-то пониже немножко. Ну-ка еще раз. Да, слушай, я это не могу немного... Ну ладно, давай. Я все колеса порастерял, короче, у меня колеса отваливаются, я вообще не понимаю. Давай по мне стреляй. Давай попробуем. Мне нужно уже добить, если у тебя, конечно, получится развернуться. Не особо, конечно, он устойчивый, и я бы сказал... Поребрики. Эти поребрики, они в Брикрикс... Господа разработчики, если вы нас вдруг слышите каким-то образом, ну, я не знаю, услышите, сделайте поребрики, вот, пожалуйста, пониже. Вау! Упала? Давай еще! Давай! Подожди, ты очень близко! Да! Да! Я подлетаю каждый раз. Слушай, а я еще жив, нет? Смотри, я еще жив, да, я нахожусь где-то прям внизу. Я проедусь по тебе, если смогу. Вот еще прямое попадание! Сейчас непонятно вообще, что это такое, там просто какая-то каша, месиво, и не похоже ни в коем случае на Нуклеа Ультратанк. Так, ты уже едешь, да, по мне? Я уже практически, да? Ай, мясо, все. По-моему, все. Так. Возродился. Прикольно. Давай просто по путешествиям поездим. И я думаю, я предлагаю сегодня, конечно же, не оставить без дела наш поезд. Как ты думаешь, нужно же сегодня проверить это все дело на поезде? Это однозначно просто, потому что... Ну, просто потому что у нас есть такая возможность проверить эту мощь, а вдруг мы все-таки его остановим? Я же предлагаю разогнаться на нем максимально, сколько у нас выжимает. 60 километров, 70... Так, ну такая махина, конечно же, 100 километров делает, ребята. 100 километров делает без проблем. В принципе, нормально. Ох, ты прям передо мной остановилась. Прям остановилась, смотри, передо мной. Слушай, где поезд? Вот он, поезд. Ох, сейчас у нас, по-моему, будет разносить. Я даже по нему не попаду. Давай, 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 на рельсы. Готов? Максимально. Воу! Слушай, а ты что на месте осталась? Нет. А где поезд? Вот это да, слушай, а у тебя поезда нету, да, походу? Для тебя поезда нету. Я тут стою. Тут как бы для каждого свой поезд. У каждого свой поезд в жизни, да? Ну.
Так, ну ладно, давай посмотрим, если мы сейчас возьмем наши шоколадные Катюши и притащим наши ультрануклеотанки. Попробуем расстрелять поезд. Да, поезд уже едет, поезд уже едет. Fire! Огонь, да, попали по нему. Прямое попадание из нашей шоколадной Катюши. В принципе, поезд уцелел, поезд уцелел. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас делает нуклеа, как же там, ультратанк, да, по-моему, называли? Нуклеа, короче, мы будем называть нуклеа, давай, нуклеа. Ждем тебя. Воу, нифига себе, вот это меня что-то шандарахнуло-то, а. Слушай, ты что-то закрутилась, опять ударила меня, и я улетаю на другой конец карты. И давай. А, есть, попали, прекрасно. Я вообще четко попал, прям по машинисту, мне кажется. Что здесь происходит? Что это было сейчас вообще? Так, я решил на шоколадной Катюше остаться, я сижу в ней и думаю, жизнь пролетела через перед глазами, бог ты мой, все взорвалось. Ёлки-палки, нифига себе. Груда металла. Вообще, груда пластмассы. Груда разорванной пластмассы, посмотрите, нас как разметало-то, а. Что же, я вижу поезд, сейчас Юлю должны сбить, и я надеюсь на это. Нет, поезд мимо проезжает, почему-то поезд игнорирует. А вот меня он сносит просто дико. Ужас какой-то, а. Ребята, вот наш нуклеа развалился. В принципе, такую громадину не просто так разбить, да? Он еще стреляет при этом, у него нету ни колес, ничего. У меня, слушай, крупнокалиберные там и... Вот эта установка, посмотрите, град гильз сыпется. Шикарная штука. Вообще, ребят, советую, рекомендую приобрести такой танк. Потому что, я думаю, всем любителям Брикрикс, всем любителям Лего... должна такая штука понравиться, потому что она очень брутальная и ну как она может не понравиться, такой танк, да? Любителям танков, да? Любителям танков абсолютно всех должно как прийтись по душе. Смотри, как он сносит. Меня попал. Как сносит, я сейчас тоже загорюсь, или меня сейчас, наверное, собьет, скорее всего, поезд. Давай-ка, подожди. Ух ты, елки-палки. По-моему, уже до поезда мы уже все сами все разобьемся. Но поезд сейчас сделает свое дело черное. Да, да, ребята. Что же, ребят, пишите в комментариях, какая вам больше всего моделька понравилась. Например, наша нуклеотанка или... Шоколадная Катюша. Шоколадная Катюша, которая тоже очень прикольная. Ставьте лайки, если вам нравится Брикрикс, если вы хотели бы увидеть новые моды по данной игре. Пишите в комментариях, какие бы моды вы еще хотели бы видеть в будущем в наших сериях с Юлей вместе. Ну а с вами был Родригес и Юля. Всем пока. Всем счастливо, подписывайтесь на YouTube-канал и всем пока. О, черт.